В этом году это 150 лет, когда правила у нас борьба между Пруссией и Австрией. Это была война, когда была и у нас в этом регионе. И в 1866 году, в июне 27 и 28, так здесь прошла война, и здесь погибло много тысяч человек. И здесь это одна из могил, где лежит один погибший из этой войны. Мы не знаем его имя. Неизвестный.